На сцене макеты подводных лодок, батискафов, на стендах красочные фотографии затонувших кораблей и обитателей морских глубин. Герой России Евгений Черняев посвятил свою жизнь исследованию морей и океанов. Он не только погружался на дно, но и сам строил глубоководные аппараты, и ему есть что рассказать ребятам. Получился аппарат лучший в мире. Он до сих пор, никто его не превзошел, эти вот подводные аппараты. Я могу сказать, когда мы работали, всего было 4 аппарата, из них 2 наши. И вот трудового красного знамени я получил еще в Советском Союзе за постройку аппаратов. Звание Героя России было присвоено Евгению Черняеву в 2008 году, как сказано в президентском указе, за мужество и героизм, проявленные в экстремальных условиях, и успешное проведение высокоширотной арктической глубоководной экспедиции. О ней он также рассказал ребятам. Уроки мужества в Видновском художественно-техническом лицее проходят довольно часто. Мало того, сами лицеисты нередко их организуют. И сейчас в зале они не просто слушатели, а активные участники процесса. Могут ли оставить равнодушными детские сердца настоящие морские приключения? Вопросов учащиеся задавали много, и Герой России на них подробно отвечал. А заодно и показывал свои трофеи, привезенные из многочисленных экспедиций. Ведь он участвовал и в подъеме затонувшей подводной лодки «Курск», и в исследованиях «Титаника». Не в каждом музее по «Титанику» вы можете увидеть хоть один предмет с «Титаника», а здесь вот реально обломок блюдца, там осадок вот еще от «Титаника». «Титаник» на глубине около 4 километров лежит. Показал Евгений Черняев и фильм, в котором рассказывалось о тех местах, где ему удалось побывать. По сути, урок мужества стал еще и знакомством с героической профессией и захватывающим уроком географии. Это и профориентация, это ориентирование детей на, в общем-то, построение карьеры в будущем. Это открывает им новый мир, потому что не все из того, что сегодня ребята услышали, они хотя бы чуть-чуть слышат на уроках. Это очень интересная профессия. Мне, как инженеру, в прошлом очень интересно. Ну и вообще познание мира. У детей действительно открываются глаза. Действительно, судя по всему, нынешний урок мужества останется в памяти ребят надолго, а кто-то уже сейчас задумался о своем будущем. Мне понравилось, как рассказывали про затонувший «Титаник». А, ну вот скажи, ты не мечтаешь стать подводником после всего этого рассказа? Ну, есть немного мыслей об этом. Скажи, а тебе что понравилось? Мне тоже про «Титаник» очень понравилось. Я бы тоже очень хотел бы стать подводным исследователем. А еще этот урок показал ребятам, что герой – это не что-то далекое и недосягаемое. Герои живут среди нас и готовы поделиться своими воспоминаниями и опытом. Максим Козлов, Владимир Бижонов, Ольга Садовская. Видное ТВ.